Уже 25-й год ученики художественной школы номер 6 имени Акциновых продолжают дело великих художников. Отсюда выпустилось более 1000 ребят, 400 из которых продолжили обучение в учебных заведениях художественной направленности. Сюжет о том, как творят начинающие деятели искусства, смотрите далее. А я с вами прощаюсь. До встречи. Сюда приводят детей с 3 лет. Сначала их учат просто выражать свои чувства в рисунках и краске. И лишь потом дают знания о композиции, перспективе и цвете. Поэтому в каждой работе можно найти индивидуальное начало. У нас тема «Собака друг человека». Я решил ее раскрыть слегка, реализовать. Потому что все нарисуют обязательно портрет собаки или просто сядешь собаку. А мне хотелось изобразить как друг, прям настоящий. То есть, например, вот в данной ситуации человек, он уже в возрасте, и собака тоже в возрасте. Может, раньше когда-то они были, она была щенком, а это был маленький мальчик. И дружба с самого детства показывается. Самые первые занятия 25 лет назад проходили в здании теплицы. Сегодня уроки проводятся в просторных и светлых мастерских. В актовом зале проходят встречи с художниками. В школе есть и музей, где можно познакомиться с работами и жизнью Аркадия и Людмилы Акциновых. Даже коридоры вдохновляют на творчество. Недаром в 2013 году школа стала лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших школ России». В номинации «Лидер в разработке и внедрении программ художественного образования». А директор Владимир Аксенов был признан директором года. Все мечтаем. И мы мечтаем о горе детского изобразительного творчества на нашей территории. Нас поддерживает глава города Чебоксар, управление культуры города. И есть у нас надежда, что к юбилею нашего города на нашей территории построят галерею детского изобразительного творчества. Школа – организатор и участник многих конкурсов и проектов. В 2008 году она была включена в энциклопедический словарь «Вся Россия». Имена 5 учащихся занесены в энциклопедию «Одаренные дети. Будущее России». А значит, она достойна и по праву носит имена заслуженных художников России и Чувашии Аркадия и Людмилы Акциновых. Уважаемые родители, мы приглашаем вас в нашу художественную школу посмотреть, оценить, написать заявление и обучаться в нашей художественной школе.